Итак, друзья, с вами Rush Nanizuka. Сейчас мы посмотрим игру под названием DC Universe Online на консоли PlayStation 4. Я решил все-таки включить такой режим не на весь экран, чтобы мне было здесь удобнее читать ваши комментарии. To Earth's true enemy. Заставка тут, кстати, шикарная. Видно, что дорогой ролик такой. Кто любит Injustice, тем, я думаю, по душе будет. Все персонажи из Injustice. Cyborg, concentrate fire on Luthor while I call down some artillery. Тут они даже по-моему круче прорисованы для ставки. Пишите в комментариях, каких героев вы знаете из тех, что сейчас дерутся на экране. Я не буду подсказывать, я почти всех уже знаю. Когда мы только начинали играть в Injustice, я никого не знал. Смейл пишет, что Дэдпул не хватает. Но Дэдпул — это другая вселенная, это Marvel. Тут есть Дефстрок. И тут нет комичных персонажей, кроме Джокера, наверное. Конечно, спецэффекты покруче некоторых фильмов современных. Еще пишет, что все спать ушли, да? Я думаю, не все, просто трансляция прогружается медленно и не сразу показывается зрителям. Вот Флэш пишет, что тоже знает всех, но смотрел сериал Флэш, смотрит. Я вот Флэш не смотрю, мне первая серия не понравилась. Мне обычно после первой серии многие сериалы отталкивают. Из DC-шных сериалов смотрю только Готэм. Баркоборот пишет, что в DC Universe не хватает динамичности, только заставка радует. Ну сейчас посмотрим, я еще не играл в него. Может быть, да, может быть и игра-то может и скучная. Какой-то Супермен тут злой с красными глазами. Что с ним произошло, я не знаю. А, у нее там изо рта льется этот такой криптонит. Или высыпался, я не знаю. Причем лысый этот Лекс Лютый всех уделал. Кстати, да, DC Universe, между прочим, есть на PlayStation 3 тоже. Опять-таки, если хотите бесплатную версию, то ее нужно в американском PSN скачивать. Я так ее в свое время не установил, потому что мне места не хватало.
установочник скачивался, а потом его запускаешь, и игра требует там что-то дофигища места, я не помню сколько там. Больше 10 гигов, по-моему, и у меня писало, что не хватает места для установки. Так, игра громковата, да? Ну, убавим сейчас, наверное. Заставку-то мне никак не убавить. Да я сейчас тихо говорю, потому что ночь. I alone survived, a rat in the walls of the Brainiac construct. I have traveled. Типа он из будущего, что ли, прилетел, ему рассказывает, что типа что произойдет. Это будет мое прошлое, но ваше будущее. Я хочу, чтобы они все это изменили. What have you done, Luthor? Given you a fighting chance. He's lying. It's some kind of trap. Why should we trust you? Почему вы должны верить? Да потому что если вы не поверите, то Земля будет проклята. Уничтожен. Кстати, вот типа высокое разрешение, из-за этого субтитры вообще мелкие в игре. Я вообще не вижу, что там написано. Надо к телевизору вплотную втыкаться. Что это все разрешение это? Leave this earth to you. Claim the exobites and take destiny. Кто, кстати, играл в нее на PlayStation 3? Пишите в комментариях. Или, может, на компьютере кто играл? Так, ну все, ребята, тут такая фишка, что нам нужно создать персонажа. Давайте создавать его вместе, что ли. Пишите в комментариях. Давайте, вот сейчас, вот, например, нам предлагают создать, выбрать пол. Кого нам выбрать, пишите в комментариях. Мужчину или женщину. Я подожду ваши комментарии и выберу, соответственно. Давайте так, кто первый напишет пол, какой выбрать, тот и я и выберу. Наруто, привет тебе. Узумаки. Female, да, написали. Ну все, берем бабу, хотя обычно бабами я не играю. Так, дальше. Давайте посмотрим. Так, значит, что это такое? Меса Ларч. А, это телосложение. Большое, среднее, маленькое. Какая-то вообще. Монарч Ларч. Монарч Медиум, Монарч Смол, Спейс Ларч. Какая-то такая маленькая тетка. Давайте, какой вариант выбрать, ребят? Пишите. Medium large. Гиганту бабу, короче, взять. Или вот. Вообще лилипута, смотрите. Или вот среднего размера. Что тут Dead Small написал? Я не понял, что он написал. Чего ты написал? КНФДМ, что такое? Маковарон пишет среднюю. Это вот это медиум. Ну давайте медиум возьмем. Так, значит, теперь тут у нас темплейт. Что такое темплейт? Сила, которую она будет использовать. Так, а вот, смотрите, можно выбрать героя она или злодей типа. Давайте, пишите. Герой или злодей? Не знаю, на что это повлияет. Может, на какие-то силы, которые нам предложат выбрать. Злая типа такая. Да, вот этот герой такой. Опа. Весь правильный. А это как Росомаха такой. Hero, да? Hero. Хорошо, выбираем героя. Так, значит, тут теперь нужно выбрать персональность. Сильная, серьезная, жестокая такая, типа это.
флирти. Ну, такая, типа, как сказать. Как это сказать-то, я не знаю даже. Комическая. Ну чё, какую возьмем? Мощную, серьезную, зверскую, флиртованную. Кокетку, короче. Или комическую. Так. Тут у нас... А внешность делай сам. Ага. Так, ну в общем, Scream Region пишет Power. Находилось. Powerful. Окей. Powerful, так... Powerful. Так, значит... нам выбирают... Предлагают выбрать спецвозможности, по-моему, да? Значит, Бэтмен. Искус... Всякие там... Единоборства там используют. Супермен. Чудо-женщина. Тут только что-то три возможности, да? Бэтмен, Супермен, Чудо-женщина. В общем, ментор. Аборт можно сделать. Так, ну что, давайте. Чьи возможности берем? Бэтмена, Супермена или Чудо-женщина? Вандервумен, да? Костюм. Насчет костюма мы еще посмотрим. Эндрю Фа, костюм будет позже. Так, значит, Wonder Woman первую сказали, написали. Берем Wonder Woman. Так, и теперь силы выбираем. Значит, типа огонь, гаджеты, лед, ментальная сила, природа, колдовство, Селест, это кольца, что ли, эти? Земля, электричество. О, этот как его, Infamous. Свет. Квантиум. Ярость. Это, помните, ярость была в DC Universe. DC vs Mortal Kombat. Так, ну что у нас тут пишут? Лед. Скрим и Бифи пишут лед. Давайте лед. Раз уж лед, так лед. Саб-Зиро, короче, будет у нас. Так, способ передвижения. Ага, полет. Акробатический способ передвижения. Суперскорость, типа как у Флэша. И скимминг. Это что такое? Парить, что ли, как-то в воздухе. Вот. В общем, давайте. Либо скимминг, либо суперскорость, либо акробатик. Акробатик, скажем, как Человек-паук там, типа. По стенам там бегать везде. Или просто летать, как Супермен. Вот чем скимминг отличается от... Не очень понятно. Ну вот Dead Smile пишет, что Флэш. Ну давайте возьмем суперскорость, как у Флэша. Хорошо. Бифи поправил меня, что не Саб-Зиро, а Убийца Мороз. Да, Убийца Мороз. В Injustice. Но если брать Mortal Kombat vs DC Universe, то там был Саб-Зиро. Так, значит, что? А, выбрать оружие. Смотрите, лук. Просто, типа, рукопашка. Два пистолета. Два меча. Из рук стрелять чем-то, короче. Какие-то... А, какие-то ножи. Так, топор в одной руке. Винтовка. Палка. Двуручное оружие. Щит. Типа как Капитан Америка, но он же из Марвела. Так. Так, ну что, Dead Smile пишет пистолет. Вот Scream пишет, что сейчас клоуна создадим, а не Дзуки. Ну, кого создадим, того создадим. Первым был Dead Smile, он пишет пистолеты. Так что выбираем пистолеты. Не знаю, как это будет играться с пистолетами. Сейчас посмотрим. Ну, смотрится, типа, круто. Так, значит, дальше. Что у нас тут? Выбрать костюм. Знаешь, вот такое. Gender female. А! Стоп. Это уже выбрали мы что-то, да? А костюм мы не выбирали. Вот, сейчас выберем костюм. Тело.
А, стоп, тут еще и кожу можно выбрать, да? О, давайте. О! Человек. Человеческая кожа. Леопардовая кожа. Львиная кожа. Тигр. Волк. Кристаллин какой-то. Лиса. Мертвец. Хром. Светящийся, видимо. Варвар. Человеческая кожа другого цвета. Лава. Скала. Мумия. Рептилия. Туда можно персонажа МК создать, реально. Растение. Киборг. Демон. Робот. Татуированный человек. Злой человек. Cheerful. Не знаю, это может быть наоборот, типа приятный человек. Вайс умный. В общем, это какие-то эмоции, видимо. И скин третий. Так, тут вот Эндрю пишет, что первый костюм годится. Дэдсмейл пишет, что леопард. Вы просто, наверное, еще не посмотрели на все костюмы, поэтому так написали. Ну, вот уже второй комментарий, хотя человека, да? Ну что, вот так первый скин тогда выбираем. Человек как человек. Так, волосы. О, можно лысую, боб. Ниндзя. Прическа ниндзя. До плеч. Короткие волосы, афро. Томагавк. Магавка, или как там это называется. Вот еще магавка. А, кстати, можно же ее крутить. Какая она? Металлическая голова, типа, называется это. Вейви. Волнистая. Брейдед. Скулгерл. Классическая прическа. Пикси. Длинные волосы. Ну, сейчас какую-нибудь Вандервумен сделаем нафиг. Пони. Дреды. Спайки. Ну, сразу пишет лысую. Еще не все прически посмотрели. А что, она опять одежду нацепила? А потому что одежда у нее все равно по-любому будет. Мы выбирали тип кожи, как бы, а одежда все равно у нее будет. Мы сейчас еще будем костюм выбирать. Во, мужская прическа, смотрите, какая прикольная. Флэт топ. Это типа платформа, наверное, называется. Фейды. Давайте еще раз. Кто там? Давайте вот все-таки до конца мы дошли. Какая прическа вам больше понравилась? Вот фейд. Flat топ, платформа, спайки, дредлокс. Я не знаю, мне кажется, в этой игре создавать персонажа, наверное, интереснее, чем будет играть потом. Пони, металлическая, там, да, а длинные пикси, классическая, Skullgirl, Braided Heavy, Metalhead, Magavk, Афро. Ну, Афро не очень смотрится, видно, что игра-то старая. То есть, например, волосы такие... нереальные. Так, а почему-то у нас сейчас она не лысая, боб. Это, видимо, у меня в прошлый раз волосы не прогрузились. А, вот, нон лысая. Вот так вот, да. Не, лысый не стоит, смотрите, у нее какие-то видно неровности на голове видно. Вот это прикольно тоже, смотрите, Defcon. Ладно, давайте металлическую больше все написали. Сейчас найдем эту металлическую прическу. Пускай будет. Это будет похоже на Харли Квинн, наверное. Как там ее зовут-то? Харли Квинн, да. Окей. Так, волосы, кожу выбрали. Костюм выбираем. Можно на голову что-то одеть. Шлем. Байкер. Ну, тогда прически смысл нет, да, если такие вот вещи одевать. Во, вот это ничего, смотрите, с маской смотрится. Болт Кросс, если что, запомните. Болт Девил. К этой прическе хотя бы идет. Правда, я что-то разницы вот в этих масках не вижу. А, они чуть-чуть формы отличаются. Вот так вот тоже можно, да? Брейв Девил, Брейв Стар.
Brave Wings. Ну так вот, наверное, не стоит, потому что ни лица, ни прически, опять-таки, да? Крузейдер. Дефиант Крузейдер. О, шляпа какой-то, из Затаны. Ну вот это все, конечно, это нам не подходит, я думаю. Вот. Да, в принципе, я думаю, маску любую можно, да? Кто за то, чтобы была маска? И было видно волосы. Пишите в комментариях. Как Daredevil. Привет вновь прибывшим. Мы тут персонажа создаем. Давайте, в общем, Devil, да. Hell of Devil. Все. Вот такую мы создали. Маска, да, не особо. Так, а что с лицом тут? А, еще и лицо можно менять. А, очки можно одеть. У нас уже маска, в принципе, есть, да, так что я думаю, смысла в очках нет. Если только... О! Ха-ха! Может быть, такую кто-нибудь хочет? Вот такой макияж. Фрики-клоун. Противогаз. Очки. Снайпер. Так, пишут многие, что нахрена маску, да? Ну вот я не знаю тогда, что. Может, клоуна оставим? О, можно эмблему выбрать. А, у нее на груди там, видите. Queen, королева. Ха-ха, запускай игру, пишет. Но, блин, не хочется с персонажем-то с таким. С недоделанным запускать. Сейчас. А, о, череп, короче, я и оставлю тогда. Все хотят без маски, блин. Ну, так, сейчас. Где там эта маска-то была? Давайте, нон. Это. Но все, вот так, да, тогда? В сиськах эмблема не видно, блин. Правда, куда эмблема-то делась? А, эмблема почему-то не выбралась. Где там этот череп-то был? Не шевелись ты, блин. Так, блин. Сколько ж тут этих самых? Птица. Не вижу, где череп, блин. Куда он делся? Эх.
Ладно, бабочку тогда берем и все. Все, теперь видно эмблему. Что-то еще-то. Грудь. О, что это такое? Смотрите. Это типа тоже костюм какой-то, что ли? О! Ну да, эмблем будет не видно. А, вот так видно. Вот так не видно. Да все, череп. Забили мы на череп. Вот это прикольный костюмчик. Вот так вам нравится? Опа. Такое ощущение, что будто с подругой в магазин пошел. О, плащ, смотрите. Даже не знаешь, что одеть-то. Что-то по откровению или плащ. Эндрю пишет, лифак давай. Ну давай, лифак. Где он там вот этот был лифак? Бифи пишет с плащом. Вот не знаю, что взять. С плащом она какая-то совсем не это самое. Плащ лучше. Ладно, вижу второй голос про плащ. Давайте плащ. Все, плащ. Зато эмблема на спине, смотрите. Круто, да? Все, плащ. О, что-то еще, грудь, спина теперь. А зачем спина, если мы плащ взяли? Руки. А, тут еще рюкзак можно. О, блин, тут вон тут плащ-то есть. Итак. Крылья можно, смотрите. Я думаю, тогда все-таки лучше плащ здесь нацепим, а там какой-нибудь наряд такой по откровению мы выберем. Да, плащ плюс лифак, я согласен. Так, сейчас тогда мы... Вот так пойдет. Так, руки. Перчатки тут разные, байкерские. Вот такие, я думаю, оденем. Перчатки, не будем на них заостряться. Вейст. А что такое вейст? Это что такое? Санглазп. Это что? Я не понимаю. Про что они? Что это имеется в виду? Ноги. Вот ноги, это, наверное, важно. О! Вот так даже можно. О, тоже прикольно, смотрите. Так, у нас теперь стал вопрос, трусы, шорты или юбка. Остальное как-то не притягивает. Давайте, пишите в комментах, что лучше.
Пояса здесь чисто нет пояса. Так, ну чё, где там эти были? Пишут шорты, да? Ну давайте. А, стринги тоже хотят. Ну шорты, да, все-таки, я думаю. Стринги как-то, по-моему, не очень смотрятся все-таки. Давайте шорты оденем. Пользователь пишет, который, чтобы мужика создали. Но вначале вы сами выбирали, то есть кто смотрел, кого мы создаем, мы выбрали. Выбрали бабу. Ну все, шорты тогда. Да, цвет мы, конечно же, выберем. Фит, это ступни. Так, что можно одеть у нее на ступни? Байкерские, бизнес, не очень. Тоже как-то не очень. Надо какие-нибудь сапоги по любасу, я думаю. Ух ты, блин. Не, я думаю, босиком мы не будем ее отправлять, как-то это красиво смотреться не будет просто. Ну, такие здоровые нам не надо. О, кстати, Урбан. Давайте Урбан возьмем. Нормально. Так, все, короче, тут мы вроде все выбрали. Лицо, голова. Так, цвета. Цвет костюма, цвет кожи, цвет волос, цвет глаз, макияж. Ого. Давайте цвет костюма. Палитра тут какая-то есть, да? Как вот тут выбирать-то? Блин. Какой цвет, ребят, хотите, пишите в комментах. Красный. Фиолетовый. Нет, сейчас мы не про волосы. Сейчас давайте вот про костюм. Какого цвета костюм хотите? Вот есть красный, желтый, можно зеленый, желтый. Совсем зеленый, голубой, синий. Какие-то смеси цветов идут, и поэтому... О. О, вообще черный, короче. Черный, розовый. Это угнетает. Я думаю, угнетать будет, когда мы играть начнем. Че, розовый хотите? Давайте розовый. Так, тут только еще надо выбрать цвета разных этих. Приблуд. Блин. А тут их не видно. Может, желтый взять. Текс. И последний, это, видимо, цвет будет этих шорт ее. Вот такие, может, сделаем. Смотрите. Ха. Все черные хотят? Так какой цвет, ребят, пишите. И что именно конкретно, каким цветом? Потому что тут три элемента разных. Если там, чтобы перчатки, плащ и лифчик черный, тогда я сделаю черным. Пишите. Или шорты черные. Давайте конкретно сейчас пишите, я все сделаю. Время идет. Поиграть не успеем. Коричневый шорт. Оставить так? Ну хорошо. Черный пишут. Ну что, лучше-то оставить так или черный? На что будет больше голосов? Ну шорты коричневые я не хочу. С розовым, с коричневым смотрится.
Ладно, все, оставляем как есть, короче. Так. Кожа. Ну, кожу мы оставим как есть тоже, я думаю. Волосы, цвет волос. Какой цвет волос сделать? Давайте все-таки решим этот вопрос. Пишите. Да, здорово, киборг, киброид. Да, вот тут соску создают для DC Universe Online. Хотим попробовать поиграть. В общем, выбираем цвет волос. Блонди. Давайте попробуем блонди сделать. Так, а что-то ничего не убирается. Так, стоп, ну-ка еще раз волосы. А, вот сейчас пошло. Опять красные, зеленые. Фокс, черный плащ отдельно я бы не смог сделать. Там плащ вместе с лифчиком, со всем остальным цвет меняется. То есть, либо все черное, либо все такое. То есть... Отдельно никак. Так что придется так и таким плащом наслаждаться. Да, это же не Бэтмен, тем более. Так, ну что, вот такой цвет волос пойдет или все-таки какой-нибудь бешеный сделать? Седую не надо. Так, ладно. А как тут блондинку-то сделать, я не знаю. Вот так, чтобы желтый цвет какой-то получается. Вот давайте фиолетовый, может фиолетовый? Фиолетовый цвет как вам это смотрится? Ну что, вот так пойдет? А, киброид с телеком, нет, ничего не починил. У меня не очень хорошо PlayStation 4 на телеке показывает зернистое изображение, особенно вот в тексте. Текст зернистый весь. Не знаю, что с этим можно сделать. Полазил в интернете, нигде ничего не пишут. Ну давайте зеленоватый. Ладно, все, раз кто там просит зеленоватый, делаем зеленоватый. Блин, что опять у меня застряло-то все. Так, еще раз зайду. Сбилось. Так, сейчас. Куда оно... выскальзывает, я не понимаю. Так, зеленый попробуем сделать. Так, это яркость, да? Это насыщенность, видимо. Ну тут вот такой вот зеленый пойдет. Блин, то розовый, не поймешь вас, короче. Блин, уже фиолетовый ничего так, ну... Короче, все, зеленый оставляю. Надоело с волосами возиться. Что, оттенок? Все, короче, зеленый оставляем. Глаза. Глаза, наверное, голубые оставим, что там с ними, да? И будем париться. Макияж можно сделать. А что за макияж? Цвет. Макияж чего? А, губы что ли? Вот зеленые губы будут некрасивы, мне кажется. Ладно, так оставим, как есть. Все вроде. Так, можно на Next нажимать. Все, уже ребята просят играть, так что давайте сейчас будем играть. Нужно ввести имя, осталось придумать имя, ребят. Имя на английском языке, тут, по-моему, надо будет писать. Как тут язык-то переключить, блин. А, L3. Так, ну что, какое имя-то выберем? Надо же какое-то, наверное, неповторяющееся. Может, Мясо Герл?
Да, вы тут мне предлагаете какой-то тырло, шамотра. Да ну зачем? Что это за имена? Супер шалал. Не, ну это, ребята, это уже жестко. Кстати, вот я думаю, это в одно же слово надо писать, а я что-то пробел поставил. Вот так, наверное, мясо герл, так, наверное, и должно быть. Мега соска. Ладно, все, мясо герл пускай будет. Хотя, блин, неправильно читаться будет. Как же? Потому что мясо по-русски, а герл по-английски, блин. Тогда вот так, наверное, надо. Мясо. Герл. Ну-ка. Ну что, с финиш? О, имя не занято. Гоу, 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 да, гоу, ребята, гоу. Может, все, тогда на этом спать ложимся. Создали персонажей, хватит на сегодня. Не думаю, что игра будет интереснее, чем создатель персонажа, ну ладно. Будем надеяться. Уши от этих наушников устают. These I will capture and digitize first. Of course, some non-essential information may be captured as well. Ура, дождались, да, ребят? Ну вот я не знаю. Я думал, вам интереснее персонажа вместе создавать, чем это. Сейчас смотрите, как я буду в нее сейчас играть. Кстати, комиксы тоже прикольная заставка тут такая. Аномалию какую-то нашли в атмосфере. Эндрю, тебе через 3 часа вставать, но тогда вообще не ложись. Зачем тебе ложиться? Зачем ложиться, если через 3 часа вставать? Если оно, ты час ляжешь, ты сразу не уснешь. Если ты поспишь 2 часа, то ты плохо встанешь. Так что оставайся на стриме. Будем стримить всю ночь. This is a new obstacle. These humans resist my assimilation. My conversion. Кстати, кто знает, на каком движке игра сделана? They too will belong to Brainiac. Может, кто сейчас ко мне присоединиться сможет? Наркобарон, ну пары для того и пары, чтобы их просыпать. Тебя ж никто не заставляет о них ходить, это же институт. Я тоже всегда пары просыпал первые. I'm in and you're awake and free. Okay. Что-то камера далековато, может поближе к можно ее приблизить. Look for a doorway out. Мне такое ощущение, что это движок тот же, на котором Injustice и Mortal Kombat сделаны. А по Unreal Engine 2, по-моему. А насчет записи не знаю. Я сейчас пока... Вот я говорил, что, возможно, буду на другой канал заливать записи с Twitch, потому что... Как правило, записи получаются какие-то говенные. Мне что-то не хочется их заливать на основной канал, чтобы зрителей не отпугнуть. Так что, возможно, создам второй канал и буду туда заливать. А на Твиче сейчас записи не сохраняются. Они какое-то время лежат и потом сами по собой удаляются. Так, нам предлагают чувака заколбасить. Так, а как с пистолетов стрелять? Вот она вроде целится. А, треугольник-то понятно. А, ну может Unreal Engine 3, конечно, не знаю. Может 2. Мне кажется, что, насколько я знаю, Mortal Kombat и Injustice сделаны на втором Unreal Engine.
каком-то модифицированном. Блин, а как-то прицел-то есть, я не пойму. Как-то врагов вынести. А вот. Дэйл Мэйкрай, блин. О, у нас Крим пивко пьет, сидит в обыске. Круто. Сейчас чайку попьем, но лень идти вставать на кухню, чайник ставить. Ну, если МК Инжастис на третьем, значит, наверное, тоже на третьем. Но я помню, где-то слышал, что МК Инжастис на втором, как и Call of Duty были, тоже на втором Unreal Engine. Они что-то его допиливали там. А вот L1, наверное, залочится на цель. Какие-то вот тут вещи можно ломать, я не знаю, дает это что-то, походу ничего не дает. Gather reinforcements. I will patrol towards the prisoner bay. Мне вообще этот графон напоминает игру про трансформеров. Битва за Кибертрон там или как. Ну там-то точно Unreal Engine 3 был. О, вот почему она, вроде я залочился на него, она поворачивается. Как-то неправильно сделана система прицела. Вместо того, чтобы стрейфиться, она, короче... Ай, что произошло? Так, надо лупить его, наверное. Так, можно блок поставить. Так, ну-ка иди в задницу, чувак. Получи люлей. Уходим отсюда, уходим. Ой, куда ты меня присосала? Так, Киброид спрашивает, когда я... Бизону брать планирую. Не знаю, не уверен, что я буду ее брать. Потому что игра такая неоднозначная. Сейчас пока деньги все потрачены, все средства. Не до убийзоны. В ближайшее время робот. Так, вот тут пишут, что можно переключиться на бег. А, во. Но мне сказал, что прям как флэш, это медленнее на беге. Ладно, все нормально. Это куда бежать? А, во, по стенам можно бежать, да? Вау, вау, что за фигня? Да мне заколбасило. Так, где тут? На карте кто-то. Прямо направо показывает идти. Я же спрашиваю, как с андроида смайлики ставить, я вот, честно говоря, не в курсе. Не пробовал. О, мне за что-то прокачали, за то, что побегал. The subject has left the main corridors. Search the vessel. Так, это что такое? Ящик какой-то. Так, что-то нажмите опции. Блин, вообще такой шрифт мелкий просто, меня это убивает. Скиллы можно качнуть людей. Только непонятно, один какой-то я смог ставить. Надо разбираться, короче. Вот, у меня что-то внизу появилось, какая-то возможность. Майнкрафт начинается, а чем-то похоже на Майнкрафт. Вот он пишет, что миссии тухленькие, без подписки, после 30 левел нечего делать. Ну посмотрим, нам бы до 30-го дотянуть, я не уверен, что до 30-го дотянуть. В какую сторону идти-то? Там какой-то крест показан. Сюда что ли?
The ship is sending more security your way. Да. Ой, что это? Сошел. Сообщение можно писать. Отвалите от меня, что-то больно врагов много стало. Во, она еще может в разные стороны стрелять, смотрите. Это крутая. Эти штуки надо ломать, нет? Так можно, может, типа холд был на пик. Ой, сколько врагов-то? Ну вы издеваетесь. Ай. Ага. Арковарон пишет, что после можно в город пойти будет. Так, вот это надо посмотреть, что там за город. Хотя бы до города бы успеть дойти. Так, L2. А, это как раз L2 использует можно силу. Непонятную. Она же у нас должна заморозка использоваться, да? Бифи пишет, что игра не очень. Ну сейчас давайте посмотрим все-таки вступление. Когда мы выйдем в открытый мир, посмотрим, что будет там. Стараюсь побыстрее дойти. Может, мне этих убивать всех не обязательно? Какая-то охрана тут впереди, говорят. Надо что-то с ней делать. Вот сюда, вниз. Ай-яй-яй-яй. Ой. Ой-яй-яй. Ну иди ты вниз-то, падай. О, они попадали вниз. И мы тоже. И так, а куда теперь? Вот этого мы заколбасим сейчас. Сколько будет идти стрим? Ну не знаю, еще может около часа-то поиграем. Так, что тут мне пишут? Не сдохнешь так быстро, играем. Не очень... В экипировку поставить предметы. А как их поставить? Какие предметы? Я что-то тут не вижу ничего такого, чтобы... А, во, удар это заморозка, что-то не держит квадрат. Нет, это не то. Чат какой-то. Ну стоп, сейчас. Так, насчет мяса по Shadow Fall, ну пока, конечно, не планирую, где мне игру-то взять. Так, силы лоудаут. Вот здесь предметы, что ли? Ну вот они у меня стоят, все. А что еще-то можно сделать? Поставить. А вот оружие, суперскорость. Я не вижу, что тут можно еще поставить. Одна сила у нас прокачана. Все, больше. Ну я не знаю, часто будем играть. Нет, хотя бы выйти нужно, пройти вступление. Может быть и меньше часа. Может, быстро надоест. Так, вот тут что-то такое-то компьютер, или что это у нас? Delivering shipment of Earth goods. All units move into position. Contain the human. Так, что от нас требуется? Какие-то контейнеры он... можно взорвать, да? Так, так, вон там крестик, значит, туда надо пилить. Дверь откроют, нет?
Не, видимо, у нас всех завалить, что ли, нужно? Ой, тут что-то жесть какая-то пошла. Пустите меня нафиг. Ой, да, это же скач. Ну вообще, блин, жесть какая-то. Сейчас закачь. На! Халк. На тебе, уроки. Так, ну что, я всех завалил, нет? Блин, а, во, ворота открыли. Надо валить отсюда, наверное. Достали они меня. Надо вот сюда. Нет, способности акробата мы не убирали. Мы убирали способности флэша. Ведь флэш тоже по стенам может как-то акробат ловить. Так полагаете, способности — это все лишь визуализация. Кто стреляет, да? Тебе, блин. Какие-то ачивменты там что-то написали. Спрашивать, можно ли играть из-за героев DC, я вот, честно говоря, не в курсе. Мне кажется, нет, тут же своего. Если только создать просто похожего героя, назвать его там Бэтменом, например. А куда я застрял-то? Валим, валим. А тут... Опять ворота закрыты. Чё, опять всех замочить, что ли? Чё это такое? Сдохните его уже наконец, что-то они все встряли. Что это за фигня, смотрите, появилась? Это полис. А, удары считает, засчитывание. Что, его раздолбить нужно? Устройство нужно уничтожить, короче. Ага. Ой, а что с ней? Что-то у меня иртоком как будто бьет. Эй, давай, успокойся. Хватит. Что ж опять какое-то поле появляется силовое? Ты что-то все долбить надо два часа. Вот Эндрю спрашивает, сервера у приставочной компьютерной версии вообще нет. Я вот, честно говоря, не в курсе. Да что ж ты, блин, что с ней происходит? Я не понимаю. Да, вот это вот нудно, конечно, вот это все. Да что ты, блин, вот что это такое происходит? Почему у меня... О, все. Сломался, хрень, наконец-то. Так, куда идти-то? Что это еще выкинули? Ну пошли его в задницу. Куда мне идти? Карта какая-то дебильная. Дебильноватая карта. Кто это такой? Что за урод? Что ему от меня надо? Так, хватит бегать.
убей врага. Вот я пытаюсь убить этого врага. Во. Убил, что ли? Короче, надо было в блоке стоять просто, чтобы он сбил защиту у него. Подсказка среди экрана, да тут, блин, ни хрена не видно, мелкий шрифт какой. Ай, что это такое? Квадрат. Ой, блин, ну намутили, а. Так, ну чё? Может, хватит? Может, уже отпустите нас? Треугольник какой-то. То есть, смотря от какой силового поля, надо разные атаки выполнять. У нас этого пытаются мучить. Так. Сразу куча мне тут накидали врагов. Блин, отвали. Так, вот это держим блок. На тебе, блин, уродище. Ну что, валить отсюда можно? Так, какой-то типа скилл поинт дали, да? Чё, куда его? Например, оружие. Вот что-то можно улучшить, да? Окей, я даже не понимаю, что, но что-то я улучшаю, короче. Все, короче, надо валить отсюда. All units move into position. Ой, сколько много врагов-то. What are you doing in here? Да, игра такая немного. Так, какой-то корабль уничтожить надо, да? Then the League can get in and get you out of there. Где корабль-то? Вот какой-то третий там, посреди корабля. Вот это что, посередине третий? Ну что, я уничтожил. Куда дальше? Ай. Ой, бред. Цель один, чтобы открыть что-то. А, чтобы залочить его. Ладно, сейчас этих всех уродов разгашу, меня достали, да. Не думаю, что делать. Невозможно думать, когда. Блин, я, по-моему, жизни кончаюсь. Что там еще тут есть живой? О, наконец-то. Фух. Ой, блин, да вы издеваетесь. Бежим отсюда. Беги за этот мясо герл. Линк, беги, дура. Ну что, нельзя выйти? Да ну нафиг. А если я сейчас проиграю, то что будет? Systems damage.
Когда эта хрень сдохнет. Ай, и меня вырубили. Ждать 10 секунд. Давай, возрождайся. Где я, блин? Ну что, вроде маленько ему осталось. Let the prisoner reach the prime weapon control room. Damage to the power couplings will destabilize the ship. Урод. Так, ну чё, всё, валить можно отсюда, наконец-то. Stop the conversion. You're in the Nexus. Destroy anything connecting the gun to the ship. Так, мы в Нексусе уничтожить вот эти штуки, что ли? Валите, сволочи. Так, есть. Еще пару штук. Выдержать. Замочить. Последняя фигня. Все, о, эти все сдохли сразу. Отлично, блин, можно расслабиться. The gun is falling. It's smashing into Brainiac's bottle below. Какой тут Брейниак, тут злодей-то, я так понял. You will submit. Чего? О, а, это... Ну, что, еще не все, что? О, он какой-то телепортирующийся. Ух ты, блин. Поставим. Так, ну куда ты? Куда он телепортнулся нафиг? А что за фигни тут летают? На тебе по мордасам. На него этот суперудар то здесь уже упал. О, есть. Супермен, get ready. I'm bringing you in. Супермена куда-то затаскивать? Foolish human, you have doomed yourself. You will go down with this ship. Think again, Brainiac. You can't take out the both of us. We're not leaving until we shut this ship down. Супермен, наверное, напоминает игрушки из Disney Infinity. Так, что мне нет требуется? Файт. Вместе с Суперменом драться, короче. Давай, Супермен, я тебе помогу. Тебе так нужна моя помощь. Ты же такой беспомощный. Рису спрашивает, это игра для PS1.
Да, нет, это для Дэнди. Almost there. Keep fighting. The network doesn't want to let me in. Можно сражаться. Давайте вот у вас. Что-нибудь там. Harvester ship VII-O has been compromised. Deploy my remaining forces. Вообще было бы круто, если бы на PS4 запустили старые какие-нибудь игрушки с PS1, PS2. Я бы с удовольствием постримил что-нибудь такое. Барону кажется, что шутки про Дэнди и Сегу устарели. Ну давай придумай новую шутку. Про что мы будем шутить в этот раз? Так, ну что, поговорить что ли с ним можно? Nice work. Brainiac wasn't counting on you breaking free and disabling his ship. Какая мимика-то у него охрененная. По-моему, уже PlayStation 5 нужно, чтобы это все потянуло нормально. Так. Все, выходим. Superman will finish here. Use the teleporters to escape. Нам нужен только один. Protect World пишет, через PlayStation Now можно запустить, но PlayStation Now в России не работает. Так что никак не запустить. Я смотрел, какие там игры есть, там в основном от PS3 игры. Стареньких я не видел. Together we shall fight tyranny. From Brainiac or any other false god. As Wonder Woman, I know that we all have our destiny. And for these heroes, it is the call to greatness. Ну, Джек и Декстер, там порты с PlayStation 2 на PlayStation 3. Я, кстати, играл в них. Они и так на PlayStation 3 как бы есть. Поэтому в них и можно играть. То есть это порты, HD-порты для третьей Sony. Так, что от меня требуется сейчас? Накатывай телепортер. Ну, я же встал на телепортер. Нажмите кружок. О, смотрите, Затану показывают. Теперь может куда-то телепортироваться в какую-то лигу. Штаб-квартиру какую-то. Congrats! Now that you're off the ship, I'm Oracle. You've just teleported into MPD's 5th precinct station. Джек и Декстер у меня на канале есть запись прохождения, ну, то есть не полный, там несколько серий я записал. Игра, кстати, классная, я всю проходил. Первую часть именно. Блин, вот текст реально мелкий, я не знаю, может было бы как-то величину шрифта увеличить. Это бы помогло, потому что я вот сейчас вообще нифига не вижу, что тут пишут. Ваши комменты вижу, а вот то, что в игре, вообще не вижу. Это кто это такие? Это уже люди или какие-то боты стоят? Away, Immortal Flaming, чего? Чего? Так, ну и что, вот я шел телепорт, точнее, вот я пришел в этот мир, вот кто-то летает, короче. Люди разные. Что мне тут делать? Тут что-то взорвал. Вау. О, какая-то полицейская. Карлик полицейский ходит. Dead Smell пишет, ивент, узнай, какая кнопка. Что за ивент? Народ бесится, да? В
Я сейчас почту не могу проверить, у меня сразу стрим остановится. Вот, так что... Ладно, пойду смотреть, куда там мне надо идти. Какая-то стрелка вон. Блин, с другой стороны стрелка какая-то. Инвентарь, ну вот же, по идее, он инвентарь. Вот инвентарь, да, и что тут делать? Вот, что это, какие-то вот тут вещи. Блин, я нифига не понимаю, что там написано. Все такое мелкое. Да что это, одевать нужно или что? А, вот, типа, доспехи какие-то. Не знаю, в общем, чего-то я понадевал. Так, ну что, я пошел тогда шарить по станции, где-то тут стрелка показывает. Он наверх, видимо, нужно на улицу выходить, наверное, из метро. Vendors are where you go to repair any damaged equipment or sell any items you don't need. Some of the vendors sell unique items, and as soon as you have enough renown, you can purchase those as well. Какие торговцы, что ли? Ну, мне они нафиг не упали. Я не пойму, куда стрелка показывает, куда идти-то. Да. Все прикрыто стало, не очень интересно, да. Так, ладно, давайте искать, куда мне идти. Что-то вроде стрелка куда-то вправо показывает на карте, я что-то не пойму. Или надо где-то наверх выбраться все-таки. Что-то народ везде толчется. Ой, стреляют. Друг друга надо, нельзя мочить. Вот это что, телепорт? Чинатаун МПД Стейшн. Ну, давайте выйдем отсюда. Куда мы попадем? О! Да знаешь, я в MMORPG часто играть не собираюсь. Лучше уж я тут протуплю, чем всю жизнь потрачу на разные MMORPG. Ну вот что, куда-то мы попали, короче. Народ бежит, чего-то боится. Давайте посмотрим, что тут за мир. О, тут типа море. Ай, я боюсь туда утонуть. Что-то в городе сломать. О, можно, кстати. Так, надеюсь, мне за это ничего не будет. Ну-ка, людям можно накострелять? Я, нифига. В Division я бы тоже поиграл, она еще не вышла. Это желтое какое-то кольцо на радаре. Go to Chinatown MPD Station to continue your mission. А чё, какую миссию я? Карту открыть. Сейчас будем искать, какой кнопкой открывается карта. Не вижу карты долбанная. Блин.
смотрите. Так, ну не знаю, где тут карта находится. Я не вижу карты. В общем, мне нужно вернуться все-таки в станцию этого МДП долбанную. Кто это тут с крыльями? Леди Вандерфул, Legend of Power. Можно бить, можно. Так. Значит. Как-то надо выйти обратно. Что-то там все-таки надо выполнить. Купить что-то у торговцев, что ли, нужно? This is the mailroom with the mailboxes, of course, plus the watchtower teleporter. Use the Hawkman hologram if you're just looking to beat down on villains, and the Martian Manhunter simulation for alerts. Now, go ahead, check your mail. I sent you something. Then find Lightkeeper Ambrose. He has a message for you from Wonder Woman. Так, короче, вот где почта находится, да? Это опять телепортация. Где мне с... Где мне почту проверить? Что-то я не понял. Где-то крестик, короче, светится. Карта, мини-карта неудобная вообще, пипец. Кто это? Felix Faust and his magents are stealing souls in Chinatown. The sentinels of magic are overwhelmed. We need you to stop his ritual. Wonder Woman will contact you with further instructions. Ой, не буду я русским вам поиграть, вы что, прикалываетесь? Я не думаю, что я в эту игру собираюсь разбираться. Да, тут все неудобно, это я чувствую уже. Я думаю, вот мы сегодня ее постримим чуть-чуть еще и все, и я... На этом я, наверное, ее заброшу. Что-то он мне сказал, я не понял, что он имел в виду, короче, что ему надо этому чуваку. Почему тут крестик стоит? Куда мне подходить? The sentinels all feel disturbing tremors throughout the ether. I fear dark days are coming. Телепорта налево к стендам почты. Давайте сходим. И там стенды почты. Непонятно, где тут что расположено. Все так. Вот, а, вот это стенды, да. К любому можно подходить. Так. Оракл тут что-то. Что-то принять нужно. Welcome to a good fight. Not repair. Оцеп. Inbox, Compose, Send, Архив. Ничего больше нет. Ну и чё толку от этого письма? Не понял я, в чём смысл. Пал. This is Wonder Woman. Your ability to break free from Brainiac is an impressive testament to your new magical powers. I'm asking you to use these now, in the fight for freedom and truth. Felix Faust and his magents are stealing souls in Chinatown. Your aid could tip the balance. Что надо-то? Комплит. Идти в Метрополис, чтобы продолжить свою миссию. В Метрополис это где телепорт был, наверное, да? Телепорт. Только это, наверное, не туда, да? Скорее всего, да? Не туда. Надо опять туда бежать.
где я уже был, телепортировался, да, наверное, тот телепорт. Так, где-то здесь он был. Вот он. Да, игра не очень, мне кажется. Какая-то замудренная. Не то, что замудренная. Рутинная какая-то игра. Гонки какие-то, что ли? Давай, Эндрю, удачи тебе выспаться. Я думаю, тут мы тут сильно разбираться не будем. Что тут, на время бежать, что ли? Давайте, что тут. Что стрелка цвет меняет? Давай, давай, давай. Финиш. Вау! Чё? Ну чё, фри-ту-плей, фри-ту-плей. Вон Спартачок. Фри-ту-плей, хорошая игра, мочилова нормальная. Так, ну чё дальше? Чё они от нас хотят? Ну вот мы припёрлись в этот Метрополис. Красным светится, что, враги напали. Что, мочить их, что ли? Ну, давайте замочим кого-то. Зимбари, короче. Что, притупой, вон на Xbox Warface, вообще отлично. Копейки не вложил, играть можно. Все тут. Смеются, а на их больше никто не играл. The Sentinels of Magic were formed to combat these sorts of magical crimes, but the number of Faust Solas is far beyond their control. The spellcaster Zatanna led the fight to stop Faust's foul ritual, but she's disappeared. If Faust has found some way to silence her, we must free her before it is too late. Ну, вроде бы задание появилось, да? Блин, какая неудобная, сука, карта, а? Я не понимаю, куда я иду. Вот, пойду-ка я наверх дома слажу. О, это другое дело. О, а вон. А, так вот, тут зеленые светится, наверное, туда идти, нет или нет? Или... Да, скорее всего, это задание есть. Потому что желтое. Хотя хрен его знает. Да, тут можно даже не прыгать, а просто тупо бежать, сломя голову. Где там я потерял? Куда бежать? Давай. Да, как-то все сделано. Тяп-ляп. Блин, я потерял тут хрень. Вот, вот он, вижу. Походу зеленый луч это миссия, или синий луч. Faust's soulless walk among us. Their souls crying out for freedom. Use the soul wells to summon the soul globes. Then destroy the globes and free their spirits. Чего ты сказал? Что сделать надо с душами? Короче, ладно, сейчас сбегаю. Куда бежать-то опять? Стрелки все пропали.
А что такое в середине стоит? Типа шарик. Что, защищать нужно? Ой, меня гасанули. Да. Бегаем на миссию сейчас еще посмотрим. Блин, хоть бы крутилась мини-карта, куда я смотрю в ту сторону. Как, блин, соотношилось. И непонятно, бежишь в какую сторону. Вот стрелка показывает, опять тут куча зомбарей бегает. Сейчас добегу. А, ну да, вот эта зона, блядь, нужно то ли очистить ее. То ли что-то с этими шарами надо сделать, ну-ка. Так, и чё? Чё я сделал? Что-то я с ними делаю, короче, с этими шарами. Ещё шары есть на этой зоне? Точно, вот ещё какой-то шар. А вот какие-то голограммы появляются, да? Так. Давай, беги, дура, беги. По-моему, покидаю территорию. А насчет заливать это видео, не уверен, что я буду заливать. Как постримили ради интереса. Посмотрим. Обычно в последнее время я пробовал, заливаюсь с какими-то глюками сюда, поэтому. Так, ну что, все я. Ну тут чуть-чуть где-то. Пойму, все я шары-то эти сделал. Destroy Soul, Glow Soul, а, их еще и уничтожить надо. Summon Soul. Их надо вызывать и уничтожать, что ли? Что за... О, блин, если бы было хоть... Шрифт был покрупнее. Вот 7 из 10 я уже включил. Это что такое? Держи кружок, ничего. Непонятно. Что за фигня? Ой, кто-то прилетает, уничтожает тут мои эти. Может, надо включать, а потом уничтожать? Да, точно. Ну все, сейчас сделаем эту миссию, там будет видно. Продолжать или не продолжать дальше стримить. Народу, гляжу, уже меньше стало. Так что, наверное, никому не интересно смотреть уже. Я, честно говоря, тоже уже перестал. Давай. Готово, хрень.
Чё она сдулась опять? Меня сейчас опять убьют же нафиг. Да ёлы-палы. Вот фигня-то, а. Да, наверное, не буду я эту миссию сейчас выполнять, что-то уже поднадоело, в общем. Наверное, друзья, надо спать идти. Пишите в комментариях, кто спать, кто хочет что-нибудь посмотреть. Я гляжу, уже половина смоталась. Все-таки я так и знал, что смотреть было создание персонажа интереснее, чем саму игру, потому что тут что-то как-то все примитивно довольно. Хотя, конечно, карта вот большая. Видно, что карта большая, но как-то это... Бегать все долбить не особо интересно, на самом деле. Графон, конечно, не удивляет абсолютно. Сейчас игрушки с открытым миром, блин, выглядят ого-го. Так что, ну что? Расход или что? Пишите в комментариях, кто что хочет. О, Супермен прибежал. Супермен, иди сюда. На тебе с ноги. Ну ладно, в общем, сейчас этот стрим я останавливаю, там сейчас посмотрим, правда, я что-то сам уже спать хочу, может, что-нибудь еще запустим, а может быть, уже на сегодня все. Скорее всего, наверное, все-таки на сегодня все, что-то сил уже нет, короче. Хотелось как-то ПТ пройти ночью, но сейчас уже слишком, мне кажется, поздно, чтобы ее проходить. Что-то я устал, глаза устали. Давайте в другой раз отложим все это дело. Вот вам сейчас эту щелку покажем. Тут даже нельзя приблизить, отстой полный. Так что, ладно, друзья, спокойной ночи, всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч!